Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте, гости, подписчики моего канала. Сегодня вот за обзоры то, что пришло ко мне, скажем так, давно. Но были причины, что я не сразу заобзорил и, скажем так, раз высказал свое мнение. Решил я поменять себе рюкзак. Вот я ходил вот с таким. Это рыбалка, это поездки. Он мне достался, можно сказать, на шару. В том смысле, я покупал дремелечек. Давно, да, и он шел как бы в комплекте. Ну, не дремель как дремель, а дремель как шлифмашину. Вот. Ну и пришло время, я так подумаю, его поменять. Естественно, куда сразу заглядываю? Сразу заглядываешь на AliExpress. Вот. Но прежде чем покупать на AliExpress, потому что картинки там супер красивые, все это дело. Вот, я посмотрел обзоры. Точно так же, вот как вы смотрите мои, да, я же тоже человек. Покупать наобум как-то стрёмно, потому как хоть и деньги небольшие, но свои и честно заработанные, скажем так. Вот. Вот по обзорам я выбрал вот такой вот рюкзачок. Сейчас хорошо вот попытаюсь показать. Вот здесь вот есть такие мягкие, ну, скорее всего, там либо поролонка, либо чего. Вот, он застегивается спереди. Вот. Ну, короче, по функционалу он меня устраивает полностью. То есть это хороший рюкзак. Можно пристегнуть вот здесь. Вот. Ну, по цветам вы не удивляйтесь, что я такие цвета выбрал, потому что я как бы больше для жены, потому что мы вместе с ней всегда путешествуем. Да? И скажем так, вот можно зафиксировать. Вот. То есть, в принципе, здесь хорошие широкие лямки, которые в правильном месте. Потому как он сделал, судя по всему, ну это чья-то копия, но какая мне разница, повторюсь, в который раз, мне все равно, где он сделан, хоть в соседнем гараже, важно как. По самому рюкзаку, значит, претензий к качеству его, этого рюкзака, абсолютно нет. То есть нормальные молнии, вот посмотрите здесь, какие вот очень удобные такие. Ну, приспособы, не знаю, как назвать, это пластик. Для того, чтобы открыть-закрыть, тут куча отделений. Вот. Одно. Второе. Вот, большое. Есть еще один тут вот кармашек. Есть вот здесь кармашек на молнии. То есть, в принципе, рюкзак неплохой. Все это как бы вот есть вторая застежка. То есть, можно с одной стороны застегнуть. С другой стороны застегнуть, утянуть как надо, вот сделать его чуть больше, чуть меньше. Вот здесь вот есть специальный как бы отсек такой. Здесь есть небольшой, но более-менее адекватный карманчик. То есть по функционалу, повторюсь, рюкзак мне понравился. Единственное что, как вам сказать, вот если быть точным, ну минимум 3, скорее всего больше недели он у меня лежал на балконе, он вываливался. То есть я посмотрел несколько на него обзоров, ни один зараза блогер не сказал, что он приходит вонючий, как, ну как вот вы знаете, да, как бывает вонючий китайский этот. Стоил он, по-моему, 19 американских рублей, если мне не изменяет память. Ну, внешний вид у него нормальный, довольно-таки вместительный, если мне не изменяет память, 40 литров. То есть его можно как городской рюкзак использовать. Ну, больше я же повторюсь, я смотрел его для жены. Вот здесь вот ручка такая. То есть он очень легкий, можно было бы, конечно, его взвесить, но я точно не помню. Но это вот как бы популярный и на Ютубе, и на Алиэкспрессе вы можете узреть этот рюкзак. Минимум 3 недели он лежал на балконе, вываливался. Сейчас никаких запахов вонючих нет. Нормальный, короче, адекватный запах. И, конечно, материал, он ну, типа оксфордской ткани. Ну, скажем так, не очень плотный. Почему? Потому что вот у меня передо мной здесь второй рюкзак. Сейчас мы о нем тоже поговорим. Вот, в общем, такой рюкзачок. Короче, ребят, если вы его присмотрели себе, знайте, что придет, и сразу вы его носить не сможете. Какое-то время он должен подышать, вот эти все вонючие эти самые, с него выветриться,
И в принципе неплохой рюкзак, скажем так. Но если подешевле, за эти деньги. Повторюсь, 19 с копейками. Вот я не помню, бесплатная доставка была или за бабки. Но, по-моему, за все $19. Вот, вот такой рюкзак. Когда он ко мне пришел, я на него посмотрел, понюхал, почесал в одном месте, да, и думаю, куплю я себе, наверное, еще один. А в это вот время, вот как не зайдешь на Facebook, ну, с мобилы, да, там, еще куда-нибудь, швейцарский рюкзак, плюс часы, акции, шмакции, только к нам, только зайди, круче ядерной войны. Ну, короче говоря, я начал искать вот такой вот рюкзак на Алиэкспрессе. Думаю, ну я же не я, что я не найду на Алиэкспрессе дешевле? Не нашел. Притом вот визуально на один и тот же рюкзак ценники разнятся очень сильно. Там порядка 5, 6, иногда 10, даже больше долларов. То есть я вот такой вот рюкзак, повторюсь, позиционируется. Понятно, что он не швейцарский. Тут вот даже по вот этой вот хренопене можете посмотреть, да? Швейцарский рюкзак с китайскими иероглифами. Вот. Я его покупал у нас в Украине. Вот. Я даже не смотрел, что там внутри. Ну, ценник, скорее всего, в юанях. Ну, тут только цветовые гаммы и... Понятно, да, какой швейцарский. Но не в этом суть. Значит, по деньгам, вот этот рюкзак, который ко мне пришел, купил я его в Украине. Честно говоря, даже не помню, что за магазин. Вот. Не в суть. Он мне обошелся 425 гривен, что... дешевле, чем вот этот. Когда он ко мне пришел, судя по всему, вот как его с Китая, да, купили, запакованным, только на мой адрес переслали, и этот рюкзак оказался у меня в Запорожье. Значит, когда я его открыл, вот когда я тут открыл, ну все, туши фонарь, сливай воду, да, сразу на балкон. Этот открыл, понюхал, немножко запах есть. Не такой, конечно, ядерный, как там, чуть-чуть был. Этого хватило, ну, буквально там дня 4, да? Вот. Ну, что я могу сказать по этому рюкзаку? Дешевле, чем этот. По габаритам он одинаковый, что тот, что этот. Вот там на обзорах тоже как бы пишут, вот эта лямбочка не никнет полностью. Ну, понятное дело, где он делался. Вот один карман вот такой, да? Вот такой. Но это как бы по факту это один карман чуть разделили на двое. Значит, есть боковые рямочки, есть очень хорошие, вот, качественные. Ну, здесь мне кажется, а может быть мне просто кажется, что немножко лучше замочки, но может быть и нет. Вот очень удобно, хотя там тоже нехило. Застежки. Вот. Есть вот такой вот. Ну, довольно-таки габаритный, я бы сказал, отсек. Следом идет, опять, везде по две собачки, то есть можно закрыть одну и можно другой. Есть второй такой габаритный отсек. Есть вот эта новомодная приблуда, которая там либо слушать наушники, вот, видите, да? Либо зарядка, вот их две. В общем, кому как, можно Powerbank подсоединить. Вот есть отдельный этот самый для ноутбука. Ну, вот такой вот влезет легко. Короче, по вместительности он тоже такой же приблизительно. 40 литров. По функционалу мне этот понравился, скажу честно, больше. Во-первых, здесь есть вот дно, такой карман. То есть вы можете сюда вложить такую жесткую вставку, и у вас рюкзак будет, ну, как бы дно не проваливаться, да, будет жестко стоять. Вот. Есть вот такой вот карманчик. Вот. Боковой. Есть сеточка. С этой стороны такая же приблуда. Такой же карман. Вот. Такая же сетка. Вот. Притом открывается, закрывается. Все легко. Не знаю, насколько это долговечно. Врать не буду, потому что, ну, как бы вещи новые. Вот. Не скажу, что здесь какая-то там суперпластиковая. Ну, вот можете посмотреть, какая вот здесь ручка со вставочкой. Ну, тут тросик есть, как бы оно жесткое. Повеселее, чем там.
Вот. По функционалу у него жесткая спинка, вот такая вот, жесткая. Это, ну, типа, ну, Ева, не Ева, ну, Ева, да, этилен, виниллоцетат. Но это повеселее, чем вот там. Вот это как бы позиционируется вроде бы как воздух, не потеет спина и так далее. Тоже широкие, хорошие лямки. Вот, то есть носить его будет удобно. Вот здесь вот тоже вот такие вот можете посмотреть. Ну, как бы сегментировано, да? Считается, что проход воздуха. Нет вот этого, которое стягивается, да? Но вот он очень комфортно по шее ложится. Прям чувствуется, да? Вот эта ширина и жесткость лямок, он комфортно. Не знаю, как он будет, ну, если на него там нагрузить килограмм 60, я бы, конечно, его и не одел бы. Годы не те, да? Вот. Но тем не менее он комфортен. Комфортен. Ждать ли с Алиэкспресса или покупать? Ой. Плечо болит. Не могу ни одеть, ни снять нормально. Вот посмотрите, сейчас я выверну лямочки, да? Вот как они выглядят. То есть я, честно говоря, сомневался. Вот эти две мамы, да, куда вставляется папа, либо наушники, либо зарядка. Скажу честно, сомневался, что как вижу рекламу, особенно акция, осталось там 3 дня, ты можешь быть последний, товар ограничен, этот стопудово. Заходи на Алиэкспресс, ищи как минимум это в 2 раза дешевле. Как минимум. То есть я уже ученый жук. Как только увидел, ага, 600 гривен, вот последние там несколько дней уже секундомер щелк-щелк-щелк-щелк, забивает уже название в этом самом Валихе, или даже не Валихе, а на, еще на каком-нибудь сайте, тут же спокойно, без всяких акций, можно купить за 300. Что хочу сказать. Если вы, конечно, фанат и приверженец того, что только все настоящее. Мне, например, вот эта балямба, что он там швейцарский, да, мне надо задница, она мне не нужна. Мне главное функционал и качество. Вот это самое основное. Кстати, вот из полезного, смотрите, вот какие здесь есть, ну, скажем так, вентиляционные отверстия. Да, это реально отверстия, обрамленные металлом. То есть это, ну, весьма неплохо, не дурно. То есть, повторюсь, я был реально удивлен. Ширина его тоже вот регулируется застежками, не просто утяжками, как там, а тут застежечки идут, ну, как бы немножко повеселее. И вот я теперь, знаете, о чем задумался? А стоило ли мне вот это вот с Алиэкспресса за 20-ку, там, 19 с копейками, или вот это там, ну, тяжело мне сказать, ну, там, ну, доллара на 3 дешевле, может быть, чуть больше, я не знаю, там, что там сейчас с курсом творится. И стоило ли? Просто поискал бы в Украине и купил. Понятно, что не выброшу, жена будет носить. Вот, а я буду носить этот. В поездках очень удобно, особенно когда длительные, как бы границы проходишь, рюкзачок одел, если что, бросил через эту машину, просвещайся, проехала. Ручная кладь сюда, самая ценная, камера, ноутбук, то, которое могут украсть в багаже. Очень ценно. Не обязательно только на рыбалку. Хотя вот этим. Я на рыбалку шарюсь, аж бегу. Не знаю, оставлю его. А, кстати говоря, позиционируют они как водонепроницаемый. Ну или водоотталкивающий. И этот, и тот. Ну, воду я на нить лихнить не буду, потому что я знаю, как это можно сделать. То есть взял пшикалку, у меня есть видео, как сделать костюм водонепроницаемый. Пшш, обработал, и можно идти на рыбалку. 1, 2, 3 рыбалки, будет шикарно. Потому как очень важно, когда вы рыбачите, хреновую погоду. Сейчас вот с Вадей разговаривал, они едут с Валиком с рыбалки, у них 120 км в час ветер. У нее там на балконе повалял, в общем, короче, там страшное дело, что творится. Вот, они на двоих поймали одну рыбу. Вот вам бывают такие рыбалки. Короче говоря, для непогоды, мне кажется, что, ну, как бы обшикнуть это, ну, это плюс. Вот такие вот две приблуды. Есть у меня еще там куча всего. И должно еще там посылок 10, наверное, если не больше. Есть отдельное. Короче, у меня есть еще чего рассказать. Я в эту зиму тарюсь. Тарюсь. То есть осваиваю просторы, ну, как бы крепко по Алиэкспрессу. Смотрю, как вот у них с качеством. Вот не знаю, по строчкам, по материалу мне вот этот лучше, чем тот. Вот. Пусть немножко, но все-таки лучше.
Видите, тут даже как бы для тех, кто в бронепоезде, валямбочку такую сделали силиконовую, да, что говорит, сюда водичку ставить, это если кто не шарит. Вот, сюда не наклеили, да, сюда можно не ставить, а тут для тех, кто в бронепоезде. В общем, вот такие вот у меня две покупки. Ну, хрен его знает. Так я бы не сказал, что это там, ну, конечно, чуть-чуть тяжелее, но, ну, в принципе, у него за счет спинки, за счет этого. И тут итог нормальный, но этот можно там через 3 дня носить. А этот придется ждать месяц, пока вот эта вся вонь китайская из него не выйдет. Ну, в принципе, два товара очень даже достойны. И этот, не скажу, что они плохие. Единственное, что вот просьба, да кто там меня будет слушать? Во всяком случае, когда кто-то обозревает, хотя бы правду говорили. Воняет, не воняет, а то, да, такой рюкзачок пришел. Притом это, знаете, там, вскрытие посылки ножичком, одну, там, вторую открывает. Неужели ты вони не слышишь? Ладно, бог с ним. Ну, если бы он даже вонял, я не знаю, я бы задумался, покупать или нет. Ну, как правило, они вываниваются. Единственное, что у меня была подсака с Алиэкспресса такая, для мирной рыбы. 4 месяца она падла, или 6, лежала на балконе. Страшно, только на рыбалку берешь и сразу на балкон. Воняло страшно. То есть бывает и такое. То есть если бы он не вывонялся, допустим, за месяц, я бы уже понял, что это все трубодило. Я бы снял видео и сказал, говно редкостное не берите. А поскольку как бы все нормально, ну что, мы привыкаем к тому, что они производят. Привыкаем к тому, что оно, ну скажем так, воняет. В принципе, габариты одни и те же. Вот. Но честно скажу, вот этот мне больше по душе. Пытался найти на Алиэкспрессе дешевле, чем в Украине, не нашел. Наверное, ребята брали, ну, большой партии и вот по очень сладкой цене. Вот. Потому что приблизительный даже ценник такой не нашел на Алихе. Поэтому купил в Украине. Вот такое видео у меня сегодня. Надеюсь, кому-то это будет на пользу. Спасибо большое, если вы были со мной. Всем мира, добра. Пока, ребят. До новых встреч.